кому продал стул? Здесь Александр Яковлевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть вешается ветер жестокий, ума не житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей.